И всем привет! Это новый будет топ-1 семьи на сервере Red. Мы будем развиваться, также катать капты и иногда делать фановые БСки. Ну вот, не обращайте внимания на сообщения. Так вот, смотрите, вот мы живем как бы в Бусаево, FP421, то есть вот так вот. Сейчас. Вот, это сервер Red, и это город Бусаево. Приезжайте, вступайте к нам в семью, мы нуждаемся в стрелках. Также у нас есть премии замам и стрелкам. Так, ну, у нас скоро по Slash Time вышечка, да? Так, секунду. Сейчас я скажу своему заму, что нужно делать. Ну, типа, сейчас он соберет состав, и мы зафулим броню чуть-чуть. Вот, короче, как я понял, у нас, смотрите, онлайн не очень хороший, то есть вот эта печенька. Я, конечно, сейчас Санчесу скажу, но он сейчас воды делает, поэтому навряд ли он сможет, но я ему сейчас напишу. Если он сможет, будет прекрасно, потому что у Ислама сейчас ганварман, потому что он сидел за ДМ, и, скорее всего, будет соло-вышка. Посмотрим. Также мы нуждаемся в фуле расклада, потому что я занимаюсь этим один, и все мои замы либо не состоят в ОПГ, либо же у них варн, все такое. В общем-то, нам нужны люди, которые могут зафулить там бронежилеты и патроны, так далее. За это даются премии, и также я выдаю ранг. На замов пока набора нету, если что. Вот наш автопарк, ну, как бы мы его развиваем, все такое, он таким не останется, я вам обещаю, мы будем его развивать. Вот, у нас есть крузак, и мы сейчас на нем поедем. Так, вышечка у нас через сколько? Через, получается, 8 минут. Мой тиммейт будет их отвлекать или же дебэшить, но пока что выдвигаемся. Сейчас мы поедем к магазу. Там мы закупимся этими аптечками и все такое. И вот, потом мы поедем на вышку, но мне кажется, я не возьму, потому что я соло, у Ислама ганварн, а Санчес сейчас на воду. Ну, как бы, я не угрожаю своим людям то, что снятие ранга, кикат, потому что они покупали этот ранг, и то, что, прикиньте, ну, он занят, человек, а как бы ему снимают ранг за то, что он не явился на капты. Ну, как по мне, это немножко неуважительно. Ну, у каждого свой подход к своим людям в семье. Как бы у меня вот такой подход. Ладно, когда уже будет время подходить к началу вышки, я включусь. Ну, а пока что у нас вот такой вот скринчик с моим замом. Также мы копим на дом Горели. Я как бы... Мы копим все вместе. Ну, по части я коплю больше. Там люди, которые закидывают семью 20 тысяч, 25. Я очень рад, вот... Кто-то несколько минут назад закинул 25 тысяч. Вот, потому что было 2000, сейчас я посмотрю. Так, и этот бага, да, он закинул 25 тысяч. Ну, несколько минут назад, это было вроде вчера, да, я ошибся. Почему мне не выходит? А, вот, все. Ну вот, как бы вы очень сильно помогаете моей семье. Как бы мы копим на дом в Горели. И вот, как бы мы хотим купить его, потому что там и вышка, и ФГ рядом, ну и ДЗБ недалеко, как бы. А сейчас до вышки у нас осталось... Так, 5 минут. Включусь, когда уже будет вот начало вышки, будем залетать. В общем-то, до вышки у нас осталось сколько... Короче, осталось где-то 1 минута примерно. Как прикол в том, что мы без брони. Вообще, ну, как бы я, точнее, у Ислама ГВ, как я говорил ранее. Вот, но он сказал то, что сделать 100 брони после вышки. Я, конечно же, дам ему премию за это, потому что я уважаю труд своих, как бы, замов, стрелков, ну и просто людей в семье. В общем-то, как вы видите, время через 5 секунд я уже буду выдвигаться. Все, поехали. Полетели. У моего, как бы, так сказать, зама шестерка, поэтому он меня навряд ли догонит. Ну ладно, все равно соло. Как бы. Я, если честно, не помню, где вышка. Я потерялся, блин. Вот, сейчас на карте посмотрю быстро. Нет, я не туда еду, боже. Ай-яй-яй. Прямо. Давай. Что происходит? Вот, все. Так, все, мы пушим. Сейчас я посмотрю, сколько тут типочков. Ух ты ж, ё-моё.
Я не знаю, стоит ли мне сюда суваться, но по приколу можешь попробовать что-то сделать. Так, я играю в два пальца, не судите меня строго, просто мне так удобно. В общем-то, полетели, вижу типочков, начинаю накидывать. А, все, меня свой дебэшит, понимаю. Пон-пон. Мдо. Ну ладно. Что я бы сделал? Я там один совсем был, у меня свой еще задебэшил. Friendly Fire Army по своим, как говорится. Ладно, в общем-то, осуждаю, что там чел написал. После того, как мой тиммейт зафулит вышку, мы поедем. Ну, тоже я подожду вышку, это уже будет вторая часть, да? Ну вот, мы поедем в вышечку, я для вас сниму контентик еще. Потом мы, если будет как бы людей побольше, ну вот, смотрите, сейчас сколько. То есть у нас трое, да? У него ГВ, я сниму только 18.00 по МСК. Ну и вот, как бы можно будет поехать на ФГшечку, то есть какой-то контентик. Нужно, чтобы нас минимум было 6. Еще как бы вот когда мы ехали на ЗБшку, нас было, в общем-то, где-то 7, где-то 7, да, или, ну, 7 или 8, и туда, как бы, мы поехали на вышечку и на ЗБ, то есть мы поехали на вышку, мы ее успешно берем, и мы едем на завод. Ну, ладно, стоит прощаться, всем пока-пока.